Ну а пока городские власти ищут подрядную организацию, власти областные готовятся к предстоящим выборам. В этом году они станут прозрачнее. Урны для голосования нового образца привезли в Киров. От прежних ящики отличаются своим внешним видом. Они изготовлены из прозрачного пластика по нормативам Центра сберкома России. Сейчас более 3000 переносных и стационарных контейнеров для бюллетеней развозят по области. К единому дню голосования 14 сентября все 66 избирательных участков Кировской области будут оборудованы новыми урнами. Они будут полностью собраны и опечатаны специальной пломбой, которую можно будет снять, только сломав пластиковую нить.